70-е и 80-е годы – знаковая эпоха для Салаватского театра. На сцене СГВТТ ставятся лучшие постановки, вошедшие в Золотой фонд театра. Спектакли Нурмухаметова, Сайфуллина, Надыршина везде встречают с аншлагом. А на сцене блистает плеяда легендарных актеров – Рим Баянов, Файзулла Бахтияров, Газиза Насырова, Закия Ахмерова и другие. Среди молодежи ярко выделяется актриса Гульнур Янбердина. 22 мая заслуженная артистка Республики Башкортостан Гульнур Ахмедзакиевна Янбердина отметила свой юбилей – 65-летие. Поступив в Уфимское училище искусств в 15 лет, юная Гульнур, окончив его в 70-м году, начинает свой путь в Сибайском театре, затем приходит на работу в Салаватский драмтеатр. Здесь она сыграет свои лучшие роли, она задействована почти во всех постановках драмтеатра. Многие старожилы отмечают тот период времени, как эпоха Янбердиной. Она молодая и юная девушка, сразу полюбилась режиссером. Ее всюду использовали в амплуа «голубой героини», то есть лиричная национальная девушка, которая является олицетворением наивности, женственности и красоты. Гульнур Ахмедзакиевна блистала в зарубежной и русской классике национальной драматургии. Это и доходное место Островского, и смелые девушки Таджигизата, и Ашкадар Акбашева, и драматическая песнь Равенского. А роль Шафак в «Ночь лунного затмения» Мустая Карима в постановке несравненного Вазиха Сайфуллина, как и весь актерский ансамбль, вспоминают и по сей день. Девяностые для Гульнур Янбердиной – это новое время. Тот сложный этап для любой актрисы, когда нужно суметь перестроить свое амплуа из вечно порхающей героини в серьезные возрастные роли. Но с этой задачей актриса справляется с легкостью. Она исполняет и зрелых женщин, и даже старух. Так она играет в спектакле «Похищение дедов», «Выходили бабки замуж», «Завидую Америка», «Цветок прощания герань», «Башмачки», «Старушек». Таких, которые заставляют и плакать, и смеяться. А роль спектакля «У обрыва» по пьесе Наиля Гаильбаева считает сама актриса одной из лучших в ее актерской биографии. Сейчас актриса на заслуженном отдыхе. За много лет работы в театре она сыграла более 50 ролей разного плана и характера. Но она и по сей день в прекрасной форме и продолжает думать о возможности еще сыграть на сцене родного театра. Равиль Хакимов, «Салаватская жизнь».